Приехало обновление к нам на стройку. Это шуруповерт сетевой Hans-Kioner 450 Вт. 50 ньютонов у него крутящий момент. У него идет длинный шнур, по-моему, длиной 4 метра, но он обалденный, офигенный. Двухкомпонентный корпус, то есть пластик и резина. Быстро съемные щетки, то есть можно их заменить в любой момент, не надо разбирать электроинструмент. Конечно же, реверс. Две скорости. Сверление и закручивание у нас. И обязательно, конечно же, трещоточка, которой мы регулируем, насколько у нас будет закручиваться. Но самое прикольное, это металлический патрон, который зажимает до 13-го сверла с вот такой вот системой. Я фиг как читать это, но офигенно. То есть мы патрон зажимаем, и он такой в конце клац и защелкивает, держит сверло у нас. Вот такие шуруповерты и в наличии, и на стройке. Всегда мы тестим.